Всем привет, и Даша, это традиционно прочитанное за месяц. Позади у нас июль 2020 года, если вы подзабыли. И я очень хочу похвалить книгу, с которой я начну сегодняшнее видео. Это «Приоткрытая дверь» Татьяны Мастряковой. Это ее уже вторая работа. Первая называется «Болотница». И здесь есть отсылка к той части, но при этом, мне кажется, можно читать в любом порядке эти две книги, или одну какую-то читать, а другую нет, и вы при этом ничего не потеряете. Вот. Ну, отсылка совершенно шикарная, просто потрясающая. Поначалу может показаться, что это такая не особо хорошая книга, рассчитанная на какой-то подростковый возраст, для того, чтобы в летнем лагере у костра рассказывать в качестве страшилки, не более того. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. И у меня есть такая особенность, когда я читаю и преисполнена восхищения, мой словарный запас, который без того не особо широкий, максимально сокращается до одного единственного слова – «охренеть». И вот это слово на протяжении чтения я повторяю вслух с совершенно разной информацией. И это тот самый случай, когда при чтении этой книги я слово «охренеть» повторяла просто ежеминутно. Более того, мне случалось читать книги в самых разных ситуациях, лежа в ванной, при чистке зубов даже, как угодно. Но мне вот, я так вцепилась, я как села за эту книгу, как начала ее читать, мне было за уши не оторвать. Я уже смотрю на часы, мне надо уже идти, значит, делать йогу передсонную и ложиться спать. Я иду, вы понимаете, я занимаюсь йогой, одновременно читаю. Это, мне кажется, я взяла какой-то новый левел, какой-то новый уровень, я не знаю. Совершенно удивительная вещь. Собственно, я так долго хвалю, но так и не сказала, о чем книга. Книга нам рассказывает о школьнице, у которой весьма эксцентричная старшая сестра. Она заигралась, значит, в колдунью, я в детстве тоже так игралась, и попыталась вызвать духов, взяв напарницу себе свою младшенькую. Ну, дух вызвался. Только они обратно его не отозвали. Даже я знаю, вот я в детстве увлекалась, я даже знаю, что когда пообщаешься как бы с душой, надо ее как бы, ну, не прогнать, но вот намекнуть, что как бы пока. Вот как сейчас вспомню, в детстве надо было по изнаночной стороне стола, наверное, можно так сказать, ну, не по столешнице, а с другой стороны, три раза постучать, и что-то там надо было сказать, и все. И считалось, что дух, с которым ты разговаривала, с помощью там нитки, иголки, он уйдет и не будет вредить семье. Но здесь об этом, кажется, не знала ни старшая, ни младшая. Дух остался. И началось такое. Сначала начинается все невинно. Люстра себя странно ведет, какие-то непонятные звуки происходят. А потом, ой, все, читайте немедленно. Далее. Очень нравится у Леонида Филатова такая шуточная, саркастичная поэма, не поэма, про Федота Стрельца. Она написана в таком юмористическом ключе, ее можно читать и детишкам, и взрослым, потому что здесь очень много намеков на власть, которые актуальны в наши дни. И вот я как сейчас помню, где-то в 2008, мне кажется, я в первый раз читала. И вот как я тогда запомнила, ты такой дурак по субботам, или как? Вот я, ну, всю жизнь мне это запомнилось, я думаю, ну, перечитаю. Почему бы не принести в свою жизнь нотку позитива? Очень много здесь уморительных фраз таких вот. Особенно меня уморили беседы. Няня тут, конечно, жжет. Вот нашей бы власти такую няню над духом поставить, чтобы постоянно зудела, и там напоминал, что думать нужно не о чиновниках, а о народе. Нет, вы только послушайте на эти цитаты, я не знаю. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. Как шансы на нуле, ищут злато и в зале. Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма.
А у нас спокон веков нет суда на дураков. В общем, а за основу взята обычная сказочная история про то, что поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вредный царь запал на супругу нашего главного героя. Ну и по старой традиции решил сплавить куда-нибудь. Авось пропадет и не вернется. Или будет повод хотя бы казнить. Ну, а супружницу себе забрать, чего бы нет. Ну, а тут еще и его дочка влюбилась в этого Федота. И какие-то странные взаимоотношения у генерала с Бабой-Ягой. В общем, дело дивное и очень позитивное. Следующую книгу, которую я вам назову, я бы не сказала, что она неплохая, занимательная, интересная. Но она застопорила мой интерес к истории. Называется «Английский дом. Интимная история». Автор Люси Уорсли. Начиная с Средневековья и заканчивая сегодняшним днем, автор рассказывает о том, как жили люди в Англии. Рассказывали об их интимной жизни, об их спальнях. Вот эти кровати с балдахинами, почему они такими делались, что значит пожелание крепких снов, на самом деле, изначально. Как они одевались, как ходили в туалет даже, ну, конечно, за столом, туда все. Это все звучит очень интересно, но и подается тоже неплохо. Но я вот такая вредная привереда. Вот меня вот так утомила эта книга, хотя я любитель толстых книг, вот правда. Но она, кстати, не толстая. Но что-то я так и не поняла, что именно. Как бы я бы и хотела, я бы и рада аргументировать, но я сама не поняла, что мне не так в ней было. Почему я вот после этой книги на других ее коллег по цеху не могу даже смотреть. Вот даже вот я вижу, выбираю книгу, которую мне дальше читать. И я вижу, что она посвящена повседневной жизни людей Англии или Франции. Я такая, нет, спасибо, я хочу отдохнуть. И вообще, знаете, если меня спросить, что я предпочту, краткую историю быта и частной жизни Билла Брайсона, либо вот эту, я все-таки выберу Билла Брайсона, хотя бы именно как-то в человеке я в нем разочаровалась, но подобного рода книги пишут очень даже неплохо. Далее у нас «Жареные помидоры» в кафе «Полустанок» Фэнни Флэк. Очень многие любят эту писательницу, который обычно берет какой-либо городок небольшой и рассказывает о жизни в нем. И эту книгу, в частности, тоже очень многие любят и совершенно заслуженно. Здесь повествование ведется сразу с трех ракурсов. Это первое от третьего лица. Со слов милейшей старушки, которую навещает одна дама. И третий ракурс с точки зрения местной газеты, которая освещает все события в этом городке. Все начинается с того, что однажды одна дама приезжает в дом престарелых навестить свою свекровь. Они друг друга на дух не выносят, и та, брякнув «здрасте», обычно удаляется в приемную, поедая там какие-нибудь сласти, которые с собой привезла, и там наталкивается на одну милейшую старушку. Та принимает ее, ну не принимает, держится с ней, как со старой знакомой, и с места в карьере начинает рассказывать разные истории. Весьма занимательные. Вот история касается этого маленького городка. Это очень трогательно, очень поучительно, очень цепляет душу и оставляет в ней вот такой следище. Поэтому рекомендую, конечно, прочтению и хозяюшке, те, кто любит готовить. Представляете, у меня везли плиту, а новую еще не привезли. А должны были привезти во вторник, но я увлеклась. Чувствую себя как дура без готовки. Ну так вот, если вы любите, как я, готовить, то в конце есть рецепты, в том числе жареных помидоров, в которых названа сама книга. Далее у нас «Поворот винта» Генри Джеймса. Эта книга считается классикой зарубежной. Я люблю зарубежную классику, правда-правда, честно-честно. Эта книга меня так выбесила. Когда я прочитала, я бегала по квартире в режиме нон-стоп, как электровеник, и просто вопила, и выкрикивала свое возмущение. Вы чувствуете, да, вы слышите это? Я даже
Я опять начала, меня начало трясти, я зажглась все, я заикаться началась, это ужас какой-то. Зачин совершенно потрясающий. Один мужчина начинает рассказывать в своем кругу историю, причем так вот прям настраивает слушателей, говорит: «Я вам сейчас такое расскажу», прям с придыханием все это говорит. «Вы сейчас упадете». Я такая: «Да-да-да, я слушаю, я все внимание». Он такой: «Вау, вообще вот прям на вас третью уши». И он начинает: вот есть одна девушка, она няня, гувернантка. Вспоминаем сразу Дженнер, да? Вот она гувернантка, ее вызвал один мужчина, на чье попечение стали племянницы, так как они как бы осиротели, родители умерли. Но он не хочет иметь с ними дел, он говорит, поселил его в особняк, сам где-то там в разъездах, он военный, и вот он ставит перед ней условия: вот вы едете в этот дом, присматривайте за детьми, но со мной ни при каких условиях не связывайтесь. Что бы ни случилось, как бы ни это курили, какое бы несчастье ни случилось, все, меня нет. Разбирайтесь сами. Все. Завязка, тут же прописывается, что она в него в первый взгляд влюбилась, но он поставил перед ней такое условие, и она для себя решила, самоотверженный поступок, что да, я не буду с ним видеться, но я сделаю свою работу на отлично. Завязка шикарная, да? Нет! Она не оправдала мои ожидания вообще ни разу. Вот я не знаю, какие у вас были впечатления, если ли вы читали или будете читать. Но у меня были совершенно ужасные впечатления. Герои никак не развиваются, не показывают историю или предысторию никакую. У нас просто читатель просто ставится перед фактом. Вот этот человек был негодяем, вот эта дамочка была мерзавкой. Они когда-то были, но сплыли. А как сплю, непонятно, я вам тоже этого не расскажу. Ну вот я вам только намекну, а вы сами там себе додумываете. И я такая сижу, хлопаю глазами, думаю: ну ладно, додумаю, как бы у меня с фантазией проблем нет. И вот так вот никакого развития абсолютно ни в чем здесь не наблюдается. И мне плевать, что книга была написана в 19 веке, и все тогда было наивно там как-то. Ну, я не знаю, ребят, это не оправдание. Вот «Замок Отранто» Уолпола, она была вообще написана в 1764 году, ну, в смысле, опубликована. Это вообще был первый роман в Европе, в своем жанре, самый первый. И то, там была причина, там было следствие, там было обоснование, там персонажи получали свое развитие. Почему здесь этого не 2 столетия спустя? Ой, прошу прощения, одно. Что происходит? Вот, знаете, я не могу спокойно рассказывать вам об этом. Абсолютно. Меня колбасит просто, как я не знаю, кто я такая злая. Я вам лучше зачитаю, что я по горячим следам писала в своем читательском дневнике. Гадкая, отвратительная, ужасная, нудная, скучная книга с пропавшей впустую завязкой, без динамики, без развития персонажей и демонстрации их личности и характера. Я читала вещи, написанные в 12 веке, они были мне, например, интереснее и глубже. И даже за 30 страниц до конца, тут чуть больше 100 страниц, к счастью, накал ничуть не увеличился. Что за скучная, унылая, вялая антилогика? Одна из лучших, худших книг года. То есть я, как вы можете догадываться, то отрывки вам прочитала не все подряд, но книга произвела на меня самое печальное впечатление. Я хочу развидеть. А чтобы развидеть, я прочитала книгу детскую. «Дядя Федор, пёс и кот» Эдуарда Успенского. Вы можете спросить, Даша, что на тебя нашло вообще? На меня нашел флип и игра «Собери их всех», которая понимает книжные части и заколебала уже своего куратора. Ну, я думаю, вы все знаете, о чем это история. Был снят знаменитейший, популярнейший мультфильм. Мальчик, вот все дети, когда с ними родители не соглашаются, не разрешают завести кота или собаку, они устраивают голодовку, истерику, ну, в общем, вот такая вот реакция. Она же герой главный, ушел из дома,
нашел дом и стал в нем жить. Ну, а по пути подобрал собаку и кота, оба говорящие. Очень такая приятная, позитивная книга, но немножко непривычно читать то, что знаешь, ну, просто на звук. Я ее читала в детстве, она мне очень ярко запомнилась, да и сам мультфильм, он тоже песни так что шикарные. Далее вот снова я окунулась в повседневную жизнь кого бы то ни было, на этот раз викингов. Полное название таково: «Повседневная жизнь викингов. 9-11 века». Автор Наталья Будур. Я этого автора с очень восточной фамилией, романтичной, читала что-то про знахарей при Старой Руси. Но меня эта книга произвела положительное впечатление, поэтому я и решила прочитать и про викингов. Но название меня сразу ввело в ступор, потому что, ну, все-таки это жизнь повседневная не викингов, а скандинавов. Потому что викинг — это, грубо говоря, что-то вроде профессии. Все равно, как если бы человек, пишущий о бытии современного русского человека, написал повседневную жизнь русской мафии. Вот то же самое было бы по смысловой нагрузке. А между тем, повседневная жизнь — это не военная, хотя военным тут тоже немножко указано, а все-таки вот как жили, как женились, как-то отношение к рабам, как хоронили и так далее. Вы знаете, я когда читала, я узнала очень много нашего славянского, прям очень много. И, видимо, ну, то есть то, что скандинавы имели отношение некоторое к образованию государства нашего Русь, повлияло на... Мы позаимствовали некоторых культурные особенности. Ну, я просто как про себя читала, ей-богу, про свою семью, про истоки славянские, вот вылитые. Очень интересно, кстати. Единственное, написано очень хорошо, прям очень интересно. Я была в восторге. Действительно, дивные факты здесь называются. Единственное, меня смущало, очень нравится Наталья Будур, словосочетание «викингский поход». Как-то вам не кажется, что ухо режет? Как-то не по-русски звучит. Но, как бы, это единственное, до чего я докопалась, кроме названия. Ну, про название я понимаю. Маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание читателя. В конце книги есть пересказ ключевых скандинавских мифов автором. Но мне кажется, если вы возьмете за книгу, значит, вы уже их знаете. Ну, лично не будет повторения, мать учения, как говорится. Далее я покажу вам подарки на мой день рождения. Это одну книгу подарили мне. «Самозванец» называется, автор Сергей Шхиян. Меня сразу насторожило, что на обложке этого, ну, автора вообще не указан слово совсем, ни спереди, ни сзади, нигде. Причем этот цикл книг, и это именно вот данная, она откуда-то из середины из этого цикла. Главный герой, так уж вышло, что он скачет в прошлое, как не знаю кто. И в данном случае он попал во времена Лжедмитрия. Он не представляется сразу. Я только на 183 странице, наконец, удостоилась чести узреть его имя, Алексей. Балаган какой-то, а не книга. Вот он спасает девицу, еще какого-то мужика. Потом ввязывается в какие-то приключения. Потом спасает другую девицу, другого мужика. И так всю книгу. Конечно, не обошлось без описания биографии Лжедмитрия, но... Ну, она такая сухая и ёмкая, мне кажется, в школе и то интереснее об этом рассказывают. И сам стиль рассказа Лжедмитрия меня чем-то вот насторожил. Я открыла антиплагиат на компьютере, переписала несколько предложений, случайно выбранных из текста. Вот знаете, сейчас очень много проектов с подставкой Вики, не сама Википедия, ну там всякие, ну вы знаете, наверное, сталкивались. В общем, это все списано из одного из такого проекта. Да, не внушает доверия и уважения.
В общем, я послала до книги 2 балла. Неудачный был подарок, конечно. Хотя дальнему коню зубы не смотрят. Ну, далее. У нас в семье есть традиция. Я своей маме, так сказать, благодарна за то, что она меня родила, подняла и воспитала. Хотя я росла скорее больше сама по себе. Подарила книгу вот такую, из такой серии «280 дней до вашего рождения» Катарина Востра. У меня своеобразное чувство юмора. Хотя, я думаю, оно у меня вообще отсутствует. Мне показалось будет остроумно вот такую штуку подарить. Она оформлена так необычно, как и все книги в этой серии. Но читать ее неудобно. Почему? Потому что вот это вот, когда открывается, получается дырка. Когда вы вот так вот держите книгу, пальцы в эту дырку провариваются, и не очень комфортно читать. Кроме того, когда вы читаете, тут в углу есть такой круг обведен, что-то вроде того. Когда перелистываете страницу, он просвечивает сквозь эту страницу. Все время кажется, что это волосок на книге лежит, у меня волосы длинные. Хочется его убрать, а в общем некомфортно в этом плане читать. Что по содержанию? Ничего нового. Я прошу прощения, что снова всую поименную школу, но ей-богу. В школе мне обо всем вот об этом рассказывали, и то интереснее. Я ничего нового для себя тут не нашла. Автор совершенно зациклена на плодовитых мушках. То есть она обосновывает, почему, как бы она с ними сравнивает все время плод человека. Ну, в смысле, ну, вы поняли. Я в этой книге не поняла вообще ничего. Когда я вспоминаю содержание книги, для меня оно вспоминается так. Жу-жу-жу-жу-жу, плодовитая мушка. Жу-жу-жу-жу-жу, плодовитая мушка. Жу-жу-жу-жу-жу, плодовитая мушка. Жу-жу-жу, плодовитая мушка. И так всю книгу. То есть, я бы не сказала, что рекомендую ее для чтения, хотя, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Читала я ее часа 2-3, не больше. Мне кажется, тут и читать-то ничего. Следующая книга из разряда моих покупок и не очень удачных. Называется «Зажигательная кулинария» Сергея Леонова. Вот так она выглядит. Долго на нее я облизывалась, а тут еще и скидка в Лабиринте появилась. Ну, что не взять, возьму. Все равно заказ оформляю. Ну и зря. Эту книгу можно воспринимать как фотоальбом, без очень много иллюстраций, как источник раздражения, как памятник потраченным деньгам, но точно не как книгу, которая пригодится в процессе готовки. Потому что я почитала, здесь где-то 57 рецептов, около того. Ну, из них в ближайшем магазине, не в Москве, из ингредиентов, ну, в общем, простых рецептов только 4 штуки я насчитала. Я здесь встречала название ингредиентов, которых я вообще раньше не слышала. Я вот такими глазками почеглазила на название. Готовить я из этого точно ничего не стану. Меня эта книга, если честно, раздражает. Перед каждым рецептом есть такой подзаголовок. Совет от Дюваль. Дюваль – это диетолог. Итак, вот мне этот подзаголовок оскомину набил, что уже где-то на 5-м рецепте я эту Дюваль стала люто ненавидеть. В этом ее вины, конечно же, нет, но вот такой эффект подобной подачи информации на меня произвела. Я не знаю, мне кажется, это какой-нибудь жене олигарха на кухне, на своей, вот так вот поставишь, чтобы когда подружка придет в гости, с ней коньячка разлить, с каким-нибудь выпендрежным, дико дорогим шоколадом, закусывая, показать, типа, посмотри, на какой книге, по какой книге я буду готовить, и я буду вести второй опыт жизни. Кристи, я вот этими вот руками сама готовлю еду. Ну вот с такой вот интонацией комедийной, как обычно вот в комедиях подается, я себе это представляю. Но сама я не знаю, ребят, я лучше из помидорка, из лучка что-нибудь
чесночком, там, паст, там, с морковочкой, чем вот эти вот все дали. То, ради чего я оформляла, собственно, этот заказ. Очередная книга Акунина. Просто масса. Это, как мы все прекрасно знаем, Акунин своего героя Фондорина немножко убил. Самую теточку. И в данной книге рассказывается о его, так сказать, помощнике, массе, японце. Он возвращается на свою родину. Каким будет это возвращение, чем он там будет заниматься. В этой книге рассказывается. Она совершенно дивная, очень поэтичное повествование. Если вы любите японскую культуру, вам понравится совершенно точно, особенно начало. Здесь книга делится на введение, три действия повествования и финал. Значит, введение растягивается почти на 100 страниц, рассказывает о родителях массы. Оно совершенно дивное. Вместе с первым действием книги, моя любимая часть вообще. О чем первое действие? Помните 1 сентября 1923 года? Ну, сами лично, конечно, не помните, но, может быть, из истории. Случилось очень сильное землетрясение. Одно из самых сильных в истории Японии. Сильнее было только в 2011 году, но последствия были меньше. И одновременно был еще и тайфун. То есть, представляете, да, что происходило? Вы не представляете. И я не представляла, пока не прочитала. Это вообще поражает самое сердце. Единственное, мне не очень понравилось третье действие. Мне кажется, я сейчас какую-то ересь произнесла. Акунину, может, что-то не понравится? Да. Представьте, что вы слушаете рассказчика. Очень талантливого, у которого главный герой повествования — путник. И вот путник подходит к обрыву. Ему нужно попасть на другой берег. Никакой переправы, моста, никакой лодки нет. Что сделает хороший рассказчик? Он придумывает какую-то историю преодоления этого препятствия. Он либо найдет других путников и как-то с ними организуется, построит мост. Или сделает лодку. Или там еще что-то случится. То есть сделает из этого отрывка какую-то поучительную историю. Преодоление препятствия. Что сделает ленивый рассказчик? Он скажет, вообще-то в этом мире нет магии, но наш путник внезапно щелкнул пальцами и сказал, я хочу прилететь через этот обрыв, у него выросли крылышки. Он с ними взмахнул и прилетел через этот обрыв, и пошел дальше, и таким образом достиг финала своего пути. Какого из этих рассказчиков мы закидаем помидорами, а кому поаплодируем? Вот я лично поаплодирую первому, а вот Акунин себе повел как второй. Здесь есть одна ситуация, где он не показал то, как... Здесь просто автор ставит читателя перед фактом. Вот случилось вот так-то, смиритесь. И я такая сижу, думаю, я не хочу с этим смиряться. Прошу прощения, мириться. Объясни мне, как так вышло. То есть, и вообще он тупит безбожно в ряде ситуаций. А другой человек сидит и хвалит его. Да, я сразу поняла, что там ты умный, талантливый, находчивый. А ты такой, я такая, в смысле, он же сейчас затупил конкретно. Здесь есть такая шаблонная... нежелательно в моих глазах вещь, как исповедь злодея. Ну, вы знаете, иногда в таких вот не очень продуманных каких-то фильмах нам не показывают, как злодей, какими принципами руководствовался,
как я все это проворачивала, а просто в конце, ну, просто такая исповедь, что приходит к нему главный герой, и злодей ему просто все рассказывает. И тут то же самое. Я такая сижу, что, простите? Ну, и еще один момент. Я давно заметила, что романтические истории не самая сильная сторона автора. Ну, мы все не идеальны. И он их и как бы избегает. И я считаю, он от этого ничего ровным счетом не теряет. Я наоборот считаю, что это его достоинство. Но тут он включил одну романтическую линию, и она у него не очень... Ну зачем? Ну не надо было. Вот, а так книга изумительная. Посмотрите на ее оформление. Обычно я не обращаю на это внимания, но тут просто диво дивное. Она тактильно очень приятная. Она визуально очень красивая. Здесь почти на каждой странице есть черно-белый, очень красиво, что-то вроде гравюр. Фон книги с такой, как бы, прорисовкой. Есть и цветные иллюстрации, самые разные, очень такие красивые. Есть и фотографии здесь, гейши, например, или вот девочки красивой. Прям... Цимус персик. Вот во всем книга хороша, да? Единственное, вот то, что я говорила про третье действие, слабыми местами, скажем так, мне показалось, я это так восприняла, но в остальном просто чудо. Особенно первое действие, где вот эта трагедия 1 сентября описана, это что-то невероятное. Далее, «Страна имен». Не нравится читать о топонимах. Полное название «Страна имен», как мы называем улицы, деревни и города в России. Автор Сергей Никитин. Я в свое время читала книгу «Петербург. Название улиц». Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. Очень интересно. Я была в диком восторге. А то вышла такая вот новинка, ты думаешь, чего бы нет, чего бы не заказать. Правда, автор весьма интересно рассказывает о топонимах, и не только. Там, что эскимо в 1919 году было в США запатентовано, что пиво Жигулевское, раньше называлось Венское, ну и так далее. Очень много изображений, фактически на каждом развороте есть снимок. Вот я наугад почти открыла, и видим сразу карту. Есть памятники и другие разные штуки. Очень много фотографий, в том числе личного архива автора. Но мне книга не зашла, несмотря на то, что здесь рассказывается и о переименованиях городов, улиц и так далее, времен и Петра I, и Екатерины II и прочих монархов, все-таки по большей степени это информация о названиях советского периода, это мне уже не так интересно. Поэтому мне показалось, что здесь немножечко галопом по Европам, как-то все поверхностно, слишком легко. Но что мне действительно, кстати, понравилось, здесь есть в конце указатель топонимов. Топонимов там, допустим, за Родину, за вокзале, там, про Крупскую. И с указанием, соответственно, на какой странице можно найти эту информацию. Так что лично мне книга не зашла. Как я написала на флибе, всем девица красна, да, не ко двору подошлась. Вот моей маме, например, я дала почитать, ей понравилось, а мне вот мне не зашла. Ну, мне кажется, это вина не автора, а моего восприятия, что-то со мной не так. Как бы на этом все, мне и так уже заболталось. До встречи в следующих видео, пока-пока и до скорых книг.